Well, mama told me when I was young, come sit beside me, my only son, and listen closely to what I say. And if you do this, help you some sunny day. Oh, take your time, don't live too fast. Troubles will come and they will pass. You'll find a woman, you'll find love. And don't forget some, the someone up above. And be a simple kind of man. Be something you love and understand. And be a simple kind of man. Won't you do this for me, son? If you can. Forget your lust for rich man's gold. All that you need is in your soul. And you can do this if you try. All that I want for you, my son, is to be satisfied. And be a simple kind of man. Be something you love and understand. And be a simple kind of man. Won't you do this for me, son, if you can. Boy, don't you worry, you'll find yourself. Follow your heart and nothing else. You can do this if you try. All that I want for you, my son, is to be satisfied.
Здравствуйте, миссис Уэйчер. Как у вас дела? Откуда? Когда мы приехали к моей ферме, у меня шерифы были. Ты просто взял и ушел, ничего не сказал. Я потом тебя искала. Я пошел смотреть места, чтобы... А потом мне шерифы привезли сюда. Ну вот я их попросил, чтобы они тебя нашли, потому что я тебя начала искать. Да, я ходил, может, ты думал, видел их что-нибудь там, какого-нибудь человека прячущегося. Но я так понимаю, там все разобрались с этим. Да, разобрались. Ты вчера разговаривал со мной на такую тему. Ты решение-то принял? Надеюсь, поле менее рискованное. Ну да. Да. Ну, я вчера помог человеку довести груз до ранчо Эмеральд. Вот, заработал $2. Скажи мне, тебе нужна работа и нужны деньги. Просто я хочу тебе помочь. Мне почему-то кажется, что... У тебя душа хорошая. Правда? А почему вам так кажется? Не знаю. В общем... Нет, я и так вам должен деньги, а получается, если буду... Ну, то есть, получается, буду брать у вас деньги, чтобы отдать вам деньги. Это так, ну, странно будет. Ну, когда-то ты отдашь деньги и просто... Да, мне еще неделя. Нужна будет работа. Да. Возможно, помнишь, где мы ездили, пуму убили? Ага. Не скажу точно, когда, но, скорее всего, туда нужно будет поехать и забрать 2 лошадей. Я тебе заплачу. Понял. За это. Ладно, если что, хорошо. Я тебе сообщу, когда. Скажите, а миссис Слетчер, а вы общаетесь только с теми, у кого считаете, что у них душа хорошая, или, ну, у тех, кто, может быть, не очень хорошая? Я же не знаю, у кого душа хорошая или нет. Просто... А если бы вы знали, что у кого-то хорошая, у кого-то нехорошая? Не знаю. Сложный вопрос. Возможно, я бы просто пыталась меньше контактировать с теми людьми, у которых душа плохая. Ну, а если бы вы знали, что этих людей, у которых душа плохая, они к вам, ну, хорошо относятся и вам ничего такого не сделают? Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну... Ну, можете пока не отвечать, ладно. Это я так, я задаю вопрос, мне просто интересно, кто как думает. Ну, даже не знаю, интересный вопрос. Ну, ладно, потом ответите. Да. Ладно. Ага, ну, не буду отвлекать вас. Да, если что, если я понадоблюсь, найдешь меня. Хорошо, хорошо. Да. Я хотел спросить, неизвестен ли вам мистер Пи? Слушайте, он говорил, что он уедет куда-то, по-моему, на пару дней. Это когда у вас был еще званый ужин, поэтому мне кажется, что он, наверное, завтра будет. Хотя у меня тоже к нему вопросы есть. Черт возьми. Как ваши дела, мисс Бэтчер? Напряженно, но нормально. Все ли у вас успешно, все ли у вас хорошо? Ну, пока что в ноль, так скажем. Что, простите? Ну, пока что в ноль. Я имею в виду, что не особо в прибыль идет с этими кражами и всем остальным. Кражи? Вас опять обокрали? Нет, просто обворовывают людей, которым мне должны деньги еще, помимо меня. Ох ты мой! И кого же обворовали? Парнишку Габриэля, у него лошадь украли, которую он у меня в долг взял. Лошадь украли, которую взял в долг? Черт возьми. Но он вам отдал деньги за тебя?
Ну, у нас с ним договоренность на определенное время, и он пока еще время у него есть, должен вернуть. Время есть? Ну что же, прекрасно. А как у вас дела с Эвелем? С чем? С моим сыном. Вы же с ним договаривались разводить лошадей. Он с вами не разговаривал вчера? Ну, я не интересовался этой темой, я был очень занят. Нам нужно было отвозить груз кукурузы. Свежие, сочные кукурузы. Вы любите кукурузу? Ну, конечно. Особенно Скотт любит. Ну, да. Скотт? Да. А это ваш муж? Нет, Скотт рогатый. Черт возьми. Ну, наверное, я не знаю. У нас еще есть пшеница и хлопок. Да. Ну, возможно, тогда у вас и сено, может быть, вы не заготавливаете. И сено у нас тоже есть. Конечно, у нас же две конюшни. Бесплатно. Ну, у вас свое производство? Да ну, Алис! Ну, конечно. У нас все свое. У нас есть фруктовый сад, яблоки, апельсины, груши, поля полные дичи, хлеб, пшеница растет. Да, хлопок и кукуруза. Конечно, конечно, у нас все есть. Мы всем обеспечены, даже водопровод, вы не представляете. Да. А еще у нас очень безопасно, мисс Флетчер. Да, что-что, а в окрестностях нашей усадьбы никогда ни один подонок не сунется. Зачем вы так пытаетесь привлечь меня к вашей усадьбе? Обычная женщина, которая выросла на фермах и живет на фермах. Вы хотите... Ну так значит, вы очень полезная женщина, черт возьми, мисс Флетчер. Значит, есть от вас толк. Но если вас постоянно грабят, и вы терпите убытки, то какой смысл в этой работе? Что-что, а у нас вы будете получать достойно. И уж тем более, также продавать своих коней, лошадей и чем вы там только не занимаетесь. Вы хотите, чтобы я всех своих животных перегнала к вам? Вы видели наши поля, мисс Флетчер? Я видела ваши поля. Как вы думаете, можем мы позволить пригнать ваше стадо туда? Конечно, конечно, у нас много земли. Черт возьми, мисс Флетчер. Заодно поможете и с нашими животными, потому что у нас нет... людей, которые могут этим заниматься. А они нам нужны. В конце концов, вы как минимум будете в безопасности. А если какой-нибудь негодяй, подонок и убийца попробуется к нам сунуться, он будет висеть на ветвях ближайшего дуба. А дубов у нас много. Вы меня простите, но... Мы с вами знакомы очень мало, и вы видите, что я мало похожа на леди, как многие это подмечают. И у меня свой дом, свои коровы, свои лошади, как вы говорите, свой бизнес. И вы мне предлагаете переехать к вам, чтобы я вам помогала с лошадьми. Но у вас лошадей меньше, чем моих, и... Что такое? Что, простите? Продолжайте. Да-да-да. Просто брать меня со всеми моими животными... Да что тебя? Куда ты несешься, Эйджел? Чёрт возьми. Что за безумный конь? Продолжайте. В общем, брать меня со всеми моими животными... Вы же понимаете, как это выглядит? Мисс Флетчер. Зачем вам это? Я же не беру вас замуж, черт возьми. Я болею за свое хозяйство. Мне нужно, чтобы наш бизнес, чтобы наш капитал рос и приумножался. Да, но я развожу лошадей, а коровы это так родительское осталось.
Я могу вам помочь только с лошадьми. Мы это обсудили с вашим сыном. У вас две пары лошадей, и я их помогла разводить. Просто я... Это не просто я как один человек. У меня очень много всего, что идет следом за мной, и... А что идет следом за вами, мисс Флетчер? Вот, лошади, коровы, этого всего много. Ну так много. Перевозите своих лошадей к нам на конюшню, черт возьми, у нас две конюшни. Можно я прерву на минутку? Простите, секундочку. Да. В общем, возле вашего дома, возле вашего моста, возле вашего ранчо видели огромные костры, так что будьте аккуратны. Возле моего... Не советую вам возвращаться одной туда, возьмите кого-то из города, мы просто уезжаем сейчас. Подождите, возле или прям возле-возле? Возле моста деревянного, который ближний к вам. О, Господи. Предупредил. Спасибо. Мистер Париж, да ну, Алис, пойди, пожалуйста, туда! У Бэнкса стоит. Здрасте. Здравствуйте, простите. Сейчас я договорю. Или что, у вас что-то срочное? Да, вы там договаривайте пока. Мне тоже надо мысль свою сформулировать. В общем, я к тому, что это все выглядит как-то очень странно, когда вы... Прошу прощения! Да, да, да. Ну, жеребец у вас молодой и норовистый. Да. Просто слезьте с него еще раз и сядьте, он поймет. Да уже... Не знаю, что с ним делать, господи, он хочет домой. Энджел, успокойся, мать твою, что ты делаешь, маленький засранец? Да, Мэтт, мисс Флетчер, ну что же, я действительно уже слишком настойчив был с нашим предложением. Дело ваше. Да, если передумаете, вы знаете, где меня найти, мисс Флетчер. Да, вы не настойчив, просто это все выглядит как с небольшим подвохом. С подвохом? Да. Кстати, а вон мистер Пи. Меня, наверное, с кем-то перепутали, мисс Флетчер. Я не какой-то проходимец, бедняк, который мечтает вас надуть. Я этого не сказала. Я просто вам... намекнула на то, что мы мало знакомы, а вы так хотите мне помочь, и для меня это... Я хочу не только вам помочь, но и себе, черт возьми. Мы же думаем над укрупнением своего бизнеса. Доброго дня. Здравствуйте, мистер Купер. Но бог с ним, мисс Флетчер. Приятного дня. Вам того же хорошего дня. Господи. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Вы, я слышал, лошадьми занимаетесь, да, обычно? Да. Ну, знаете, вопрос такой, скорее, не по лошадям, а в общем, знаете, из личного интереса, ну, раз я вас просто увидел здесь в городе. А разве, разве конюхи... В штанах ходит. Вы знаете, у этих штанов очень большая и длинная история. Какая? Большая и длинная история. Ну, я знаю, штаны длинные, я вижу. Но а если в общем? Ну, я думаю, конюхи ходят в штанах. Ну, а женщины-конюхи ходят... Я хожу в штанах, потому что я постоянно верхом, и мне постоянно приходится защищать свою ферму. И, простите, но в юбке мне уже порой бывает очень неудобно этим заниматься. Так вы же не на ферме. Да, но я верхом приехала сюда. Но вы в штанах. Пу-пу. Да, я в штанах, потому что я приехала верхом. И я очень много езжу верхом. Но вы же не мужчина. Я не мужчина, но и у меня нет мужчины. Поэтому я заменяю себе мужчину. Угу.
А, это так работает? Можно сказать и так. А я должен в юбке тогда ходить, что ли? В смысле? Но у меня нет женщины. Но вы ведете себя как женщина? Нет. А вы? Это, знаете, вопрос на размышление всем горожан. Веду я себя как женщина или мужчина? И с последними событиями мне кажется, что буду скоро вести себя полнее как мужчина. А зачем же так? Потому что я одна. Одинокая. И мне нужно становиться сильной, а не слабой, милой леди. Такая жизнь. Вы не леди. Возможно, нет. Знаете, вы запутали меня, честно говоря. Как-то даже у меня какой-то вопрос, знаете, на размышление появился. Ну вот и хорошо, все поразмышляют, и да. Так, ну, знаете ли... Не стесняйтесь, спрашивайте. Вы знаете, мне очень надоело жить от мнения других людей. И быть в лице всех слабой женщиной, леди, примерной. С каким-то, как это сказать, этикетами и тому подобное. Мне это в жизни не помогает. Понимаете? Не помогает. Это в какой-то степени только создает опасность для меня. Потому что все считают, что я вот такая слабая женщина. Хотя, мне кажется, различным грубиянам и, извиняюсь за выражение, подонкам плевать. Слабая, не слабая. Мужик или женщина. Не, ну это все понятно, конечно. Но... А вы не боитесь, что начнут слухи какие-то идти, может, говорить? А зачем мне бояться того, что уже есть? Это слухи. А. Ну, знаете ли, Рудс городок такой. Все-таки тут город южный. Люди как бы к таким вопросам относятся серьезно. Так. Ну, значит, все-таки, наверное, я в этом споре победил. Надо, наверное, ну, сказать, ну, в юбке ходить. Почему? Ну, вы же женщина. Женщина? А у нас где-то в законах прописано, что я не имею права одеть брюки. Ну, знаете, это скорее как внегласные традиции какие-то. Да, понимаю. Можете считать, что я нарушитель традиций. А, возможно, зародитель своих традиций каких-то. Черт, девушка в брюках. Мать его. Ну, так вот. Нет, ну, вы, может, кстати, нарушитель. У вас оружие тоже со спины. Я только сюда приехала за дома. К этому дому. И не успела его снять еще. Вы ко мне так пристаете? Я вам понравилась? Не в ко... Ну, в смысле... Вы хорошая край... Да. Не, ну как бы... А? Не ос... Ну, нет. Нет? Не хорошая? Это ваш шанс. Я жена есть. Доброго дня. Доброе. Вы такие вещи не говорите. У меня есть жена, я человек женат. Видите? Отлично. А у меня нет мужа. У меня его убили. Мне 27 лет, я вдова, живу где-то на окраине. И я не думаю, что меня кто-то возьмет в жены опять. Поэтому знаете, что мне стараться? Знаете, одевать юбку, знаете, привлечь внимание, быть примерной? Для кого? В этом-то и дело. Если вы будете ходить в штанах, вы не привлечете внимание. А я ходила в юбке. И что? Я привлекла внимание слишком? Мистер Хадсон, рассудите спор. Я не буду влезать в ваш диалог. Мне нужна просто миссис Лэтч. Ну, как вы считаете? Прошу меня простить, я... Сейчас с удовольствием продолжу с вами дискуссию. Да, сэр. Да я бы хотел поговорить по поводу вашего бизнеса. Ну, про лошадок я бы хотел ее обновить. Может, помните, до задержания меня маршалами я с вами заводил это дело. Очень плохо помню. Тогда стояли в аптеке. Ну, ладно, неважно.
Да. Ну, ладно. Скажите, пожалуйста, извините, сейчас немножечко собью тему. Скажите мне, пожалуйста, мне сказали, что недалеко от моей фермы ближайший мост деревянный, там костры какие-то. Костры? Да, там какие-то костры. Когда вам это сказали? Буквально, наверное, минут 10 назад. Может шерифский офис это проверить? Сделаем. Спасибо большое. Сказали ближайший мост к моей ферме. Деревянный. Понял. Там какие-то костры. Понял. Спасибо. Что ж. Почти никуда не спешу. Так вот. Так вот. Ну так, то есть вы все-таки... Хотели бы остаться, так сказать, при штанах? Я хотела бы остаться при брюках. Это не основная моя одежда, но это одежда для удобства и в основное мое рабочее время. На какие-то званые ужины, либо в гости, либо на какие-то мероприятия я одеваю юбки, чтобы слишком не раздражать внимание окружающих. Сейчас! Погодите, но вы же несколько минут назад разговаривали с... одним из семейства Брейтвейтов. Разве он не подметил, что вы штаны? Нет, он подметил это только, когда я была у него в гостях, вроде как. Сэр, ну проезжайте. Видите, все-таки подметил. А вы... Да. Не слушаете людей. Знаете, я очень с удовольствием прислушаюсь к человеку, который и правда мне в жизни поможет и даст какой-то очень дельный совет, который в итоге принесет пользу. А так как, я еще раз повторю, я одна, и я больше предпочитаю уделять внимание своей работе и своему бизнесу, лошадям. И для того, чтобы мне было более комфортно работать, я одеваю брюки. Не, ну я не знаю, вы тут тоже ссылаетесь на такие, извините меня, факторы. Может быть, ну, не знаю, вот мистер Эйберн. Ага. Может, за него выйдете замуж? Что? Что? Ну, как вариант. Вы хотите сказать, что я выгляжу настолько жалко, что должна ходить и мужчин просить, чтобы они меня взяли в жены? Я считаю, что если появится мужчина, который захочет... Ну, вообще-то вы сами сказали. Я, пожалуй, пойду, извините. Куда вы? Погоди. Не-не-не-не-не, это как-то не туда идет. Я хотела бы, чтобы... Здравствуйте, мэм. Здравствуйте. Я бы хотела, чтобы меня в жены взял человек, который бы меня принимал с моим, так сказать, внутренним миром. И такой штанами? У меня, какая я есть. Да, возможно, и штанами, знаете. Которому было бы, возможно, плевать на мнение других... И брюки или юбка, чтобы он меня любил как человека, а не как положено. Знаете, у меня слишком как? Печальная жизнь была для того, чтобы... Знаете, у каждого тут... Эй, Джимбо! Пойдем! Ладно, что ты стоишь без дела? Кто работать будет? Да там женщина! Пошел все! Так вот. Ну так, извините меня... Вот у каждого в жизни что-то несчастное случилось. Но я же, извините меня, не хожу в каких-нибудь там... А может быть, я что-то захотела поменять. Прям кардинально. И что? И решила поменять. И вот таким образом меняю. Чушь какая, честно говоря. А вдруг я... Вот вы говорите, зарождаю моду вот новую. Вы... Представляете? Ну, это не моды, это какие-то, знаете, ну, на представлениях в Сен-Дени таких. Такие поступают. Но это не как оскорбление, скорее просто как факт. Но вот вы говорите, у вас там, что там раньше у вас, вы защищаете, что? Так наймите людей. А вы думаете, я не пыталась нанять людей? Пыталась. А что толку? Никто не идет. Вы знаете, сколько я работников пыталась найти себе на ферму? Ну так, может, не идут, потому что вы в штанах ходите. Я ходила в юбке. А потом, когда поняла, что это все без толку, я и переодела брюки. Потому что поняла, что всем этим буду я заниматься одна. И как вы себе это представляете? Вот, допустим, вашу ферму, может быть, сейчас грабят, а вы тут стоите. Я туда отправила шерифа, он туда поехал только что. Помощника шерифа.
Они, по-вашему, обязаны там стоять? Нет. Он просто поехал там проверить, как обстановка. Тем более, там пустили какой-то слух. Так это же не в их правах обязанности. Вы знаете, даже если бы я стояла возле вас в юбке, это бы не поменяло бы ситуацию, грабили бы меня сейчас или нет. Не, ну, знаете, если бы вы стояли возле меня в юбке, я бы и не начал разговор. О, вот видите, как это хорошо действует. Брюки привлекают диалог. Женщина становится заметной. Видите, значит, получается, ну, на меня говоря, больше обращают внимание. Ну, обращают внимание, знаете, я через плечо смотрел бы на таких людей. Но люди, которые знают меня хорошо, они со мной общаются, им плевать на брюки. Да, им может это быть не нравится, но они мне об этом не говорят. Прям так, настойчиво. Понятно, что не говорят. Смелости хватает. Вы тоже, конечно, придумали шериф отправлять всяких. А кого отправлять? Ну, раньше свое, куда еще? Шериф. В смысле? Ну, а кого мне еще отправить? А с чего бы они должны ехать туда? Потому что это наш штат, это моя земля здесь, на этом штате. Ну, земля-то ваша, а шериф-то здесь работает. Ну, насколько я знаю, шериф и отвечает за весь штат, нет? Нет. Как это нет? За штат отвечают маршалы. Но они должны патрулировать, если какие-то происходят события, они должны... Отвечают за окрестности корта. А это не окрестности, вы хотите сказать? Ваше ранчо нет. Мое ранчо достаточно близко находится к городу. Ну, я боюсь, что окрестности этого штата кончаются где-то у цыган там. Где... Ой, где эти... Стоят. Ну вот видите, значит, получается, по вашей логике, даже шерифы не могут охранять мои земли, поэтому... Они не должны. Ну, не должны, поэтому я должна полагаться только на себя, правильно? Полагается. Вот я и полагаюсь на себя. А при чем тут штаны? Потому что штаны мне дают удобство в том, что полагаться на себя. А вы можете бегать в юбке? Мне неудобно бегать в юбке. Это не просто юбка. Под юбкой есть панталоны. А на панталонах вот, извините, есть меня, подъюбники. Я не знаю, что у вас там есть. Вот именно, вы знаете, что там есть. И как, удобно вам добираться туда, когда хотелось бы? Откуда я знаю, а представьте, как-то вы не знаете, что под юбкой находится? Не знаю. Я с вами не так хорошо. У вас же есть жена. Все женщины носят одинаковые юбки. Юбка, подъюбник и панталоны, которые просто не дают возможности нормально передвигаться. А я вам кто, что-то какой-то, может быть, портной, чтобы в таких вещах разбираться? Сэр, у вас есть жена, вы должны были, вы же... Ну, спросить про подъюбник. Вместе? Нет, я думаю, вы видели, как она могла переодеваться. Конечно, это не мои дела, вот и именно. Это тема вот а вы тут про слишком вот личная. Но я уверена, что вы знаете, как выглядит подъюбник. Вот видите, вот вы тоже скажете, в этом хотите привлечь внимание. Вот я с вами начал разговор где-то минут... назад, а вы уже мне тут рассказываете, что там под юбкой носят. Ну, потому что вы пытаетесь сейчас сделать себя что, невинным мужчиной, который прям джентльмены не знает. Я понимаю, если бы у вас нет было жены, тогда, возможно, я это было бы под вопросом. Вот. Сдевайтесь, что ли? А я вы... же... У вас есть жена. У вас дети есть? И что? Нет, конечно. Я же не идиот. Я и так зарабатываю денег не так много, чтобы их, так сказать, кормить. Подождите. А как же вы говорите за какие-то фразы, за вещи положено, не положено, но мужчинам положено потомство свое делать, да? Так сказать, кому передать наследство и... Ну, простите, знаете, меня, главное, надо, но я сначала, думаю, вам чтобы было уже что передавать. По возрасту уже должно было бы минимум трое это детей. Это звучит как бегать. Оскорбление уже. Нет, не оскорбление. Почему? Угу. Возраст мужчину украшает. Вы же не хотите быть маленьким мальчиком? Ну, а вы тоже, конечно, не прибедняйтесь тут. Говорите, у вас там история какая-то драматичная. Так вот и на нее лучше смотрите, а не на меня. Понятно? То придумали тоже. Вот видите, у каждого есть небольшие нарушения в положено.
Ну, конечно, извините меня, я не имею раньше там огромного, чтобы... И что? Кучу денег зарабатывать. Вы хотите сказать, что в наше время детей заводят только те, у кого есть куча денег? Если у людей мозги есть, то да. Вы знаете, если бы так все делали, у нас бы численность населения была бы очень маленькая. Что-то вы так не делали. Видите, подловил вас на слове. Потому что у меня не получилось родить ребенка. Вы хотите на эту тему поговорить и задеть меня за живое? Ну, вы сами сейчас об этом сказали. Я не собирался там ни за живое, ни, в общем, не собирался. А где ваш товарищ, с которым вы выступаете? Где я могу его найти? Сен-Дени. А где именно я могу его найти? Вы не подскажете? Ну, он работает на человека. Это я уже поняла, что он работает. Просто мы с ним договорились, так сказать, об одном деле. Неважно, это наш с ним... личный диалог. То, что знает Коннор, то знаю и я. Значит, удивительно, что он вам не сказал. Ну, тогда я не скажу где. Ну, тогда я его сама найду. Я боюсь, что не получится. Вы меня плохо знаете. Нет, то, что у вас не получится. Знаете, вы мне слегка даже настроение подняли этим диалогом. Хочу вас за это поблагодарить. Ну, конечно, все здорово. Можете хоть весь день мне спасибо за это говорить, но Коннора вы не найдете. Ладно. Он что, умер? Ну, пока нет. Значит, найду. Не, он умрет только когда, как говорится, мы это вместе решим, обговорим и уже... Вы о смерти договариваетесь? Ну, конечно, мы же деловые люди. А, ну да. Верно. Главное все документированно зафиксировать. Не, ну как документировать? Ну вы же серьезные люди. Плюнули на руки, пожали руки. Понимаю. Что придумали? Задокументировать. Как вы вообще выговорили это слово? Я сам через раз только. В общем, Коннора вы не найдете без моей помощи. Понятно? Вот и все. Да, и что же вы хотите за помощь? И делайте там свои дела. В смысле? Ничего. Ну, вы так намекаете, что я без вашей помощи не смогу его найти. А что вы хотите, чтобы я вам... Что вы от меня... Намекаю на то, что вы должны рассказать, что вы там с ним задумали. А то он тоже... Мне кажется, если вы говорите, что он вам все докладывает, значит, это вам надо спросить у него, почему это он вам не сказал ничего. Он в другом городе, как мне это скажет? Ну, мы общались с ним не сегодня. Ну, вот именно, я тоже с ним не сегодня общался. Даже поэтому вроде я не знаю, вчера. Что вот, какие-нибудь поставки обсуждали, как обычно он там предлагает людям? Кто знает. Ладно, раз вы мне не можете ничем помочь, тогда я пойду. Идите. Всего хорошего. Все хорошо. А Бэнкс, кстати, у него там одежда хорошая продается. Я про юбки. Спасибо. Надеюсь, вы мне подарите. Не, я только жене дарю. Ну вот заведу мужа, и пусть дарит юбки. Ой, блин, сейчас, секундочку. Прям минуточку отбегу. Бля, прикольно пообщались с мужчиной, поподкалывали друг друга. Сейчас, ребят.
Так, все, я здесь. Итак, мне вы поговорите с шерифом. Ой, шерифом. Урожай с инвентарь. Прям такой приятный реально разговор с мышдогом был. Да, здравствуйте. Я сейчас к вам подъеду. Загляну в шерифский офис и подъеду. Ну да, да, да. Хорошо, что я вас встретил. Да, я вас видела в этом банке. Секундочку. Ну тогда я жду вас, да. Да что ж ты. Есть кто? Чёрт. Джимбо! Опять ты ленивая жопа лежишь, ни хрена не делаешь. Когда работу найдешь? Вы видели шерифа, второго помощника шерифа? Сэр. Калете, блядь. О, а вот и вы. Ну что? Да. Ну, могу вам сказать, что это обычные охотники были. Точно? Потому что... Ну, у вас ничего не украдено, все, ничего не разбито, все в порядке. Фу, потому что мне сказали, говорят, лучше не возвращайтесь туда пока что одна. Да мало ли. Ну, давайте я с вами проеду. Да нет, пока что мне туда возвращаться не нужно, просто я и отъехать не могла. Я поэтому надеялась, что вы можете посмотреть, что там произошло. Ну, мы посмотрели, там и вправду был костер около дороги, но... Самое интересное, что это был из бревен, не из веток. Значит, у вас бревна взяли. А кто это сделал? Там не было никого? Нет, никого не было. Мы объехали, мы даже на болото уже заехали. Никого не нашли, мэм. Господи, сколько это может продолжаться? Боюсь, что это будет всегда. Потому что у вас все же бизнес такой. Ладно, спасибо. Скажите, пожалуйста, мэм, вы да. Умеете стрелять с револьвера? Я со всего умею стрелять. Отлично. А у вас он есть? Нет, мне не нравится револьвер. Есть карабин. Нравится, не нравится, мам, вы тоже поймите. Что же все может быть? Ну, я предпочитаю другое оружие. Ну, я понимаю, конечно, да, но... Вы хотите, знаете, мне револьвер, что ли, дать? Или предложить мне его купить? Просто, почему вы это? Вот лучше, на самом деле, купить. Предложить мне нечего вам предложить. Как-нибудь все же, если будет возможность прикупить, вы сейчас куда направляетесь? К банкиру сейчас иду. Я тогда вас подожду, я думаю, если вы не против. Да нет, а что вы хотите потом? Ну, мы вроде сами не договорили. А, да, все, секунду, сейчас я быстренько, то меня ждут. Да, не торопитесь, я подожду. Я, блядь, что-то какая-то на расхват! Хороший мальчик. Мистер Пи. Ага. Один момент.
Чего такое? Господи. Шш, ты чего? Тихо. Да, с нарывом все же. Шш. Чуть меня не убил. Нормально. Да, он уже потихоньку в боевого коня превращается. Все. Вот, славненько, мой хороший. Ду-ду-ду. Ты у меня умничка. Ох, так. Ой, прошу прощения. Так, да. Мистер Пи. Вы все свободны, да? Внимание. Во-первых, да. Насчет лошади. Давайте так, вы говорили лошадь, у меня есть венгерская кобыла. У нее небольшие носочки белые, она светло-гнедая. Челочки. Ну да, светло-гнедая, у нее белая грива, белый хвост. Но у нее не звездочка, как полосочка на мордочке. Вам это ну, как? Звездочка это называется так просто у всех лошадей. Ну, когда... Я обычно звездочка, прям звездочка, знаете. Нет, ну что. Есть любители, которые прям вот пятнышко любят. Главное, чтобы там было пятно. Есть, да. А какое оно формы, это уже не важно. Его просто называют звездочкой, насколько я знаю. Так, в общем, она готова, и я могу вам ее сегодня пригнать сюда, так как на ранчо у меня небезопасно. Я просто вместе со своим товарищем пригоню ее сюда. Почему вы ее не пригнали? А я, честно говоря, помню, вы говорили, что вы куда-то уедете на неопределенное время. Я думала, что вас сегодня ну, тоже не будет. Вчера я говорил, что уеду. Нет, ну, все, мы ее сегодня тогда сегодня пригоним, купчу оформим, да. Только вот смотрите, в 6 часов я отбываю к... Меня пригласили, ну, важный клиент, понимаете? Мне поэтому кажется, до 6... Это надолго, всей видимости, да? Да, поэтому вот если до 6 успеете, было бы и замечательно. Ладно, далее у меня вопрос будет по... так, по вкладу, а да? Лучше, мне пришла в голову идея. Можете тогда, вот я в 6 отбываю, и потом, не знаю, сколько я там пробуду, на поместье Брейтвейтов. Да, я так и поняла. Вот, можете пригнать коня прямо туда. Это будет великолепно. Хорошо. Единственное, что я смогу вам только чек выписать с наличные с собой, простите, больше $8 не ношу. Даже не вопрос, честно говоря, даже так лучше будет. Ну все, замечательно, замечательно. Ну, я думаю, тогда мы там с вами и уже и обговорим, чтобы я не тянула время, все остальное я... Нет, давайте сейчас, если у вас какие-то вопросы, потому что там я буду занят. Ну, я хотела спросить у вас, опять же, по кредитованию, какие у вас будут условия, потому что, я так понимаю, у вас уже немножечко поменялось что-то. Вот. У меня никогда не менялось. Ну, я скажу. Имею в виду, у вас другой же банкир был, другие были условия, а у вас уже... Это был... не мой банкир, и вообще я бы его даже банкиром не назвал. Это был какой-то остолоп, честно вам скажу. В общем, вы мне скажите, какие есть, на какой срок и какой будет процент. Так, по поводу займов я вам не рассказывал, да? В общем, смотрите. По поводу чего? Займы. Вот, займы у нас есть 3 вида. 4 даже. Ну, 3. В общем, есть 20%, это для любого желающего, для любого проходимца, так скажем. Такие большие проценты для того, чтобы отпугнуть потенциальных, кто не будет платить по кредиту, понимаете? Вот. Есть 15%, это для тех, кто с поручителем. Ну, уже будет понадежней. Есть также для клиентов нашего банка, таких как вы, 10% займ. Вот, берете сумму на какой-то срок и каждую неделю платите 10% от суммы до полного погашения. Вот. Так, то есть, если я у вас беру возьмете $100, да. То $10 каждую неделю до полного погашения. Так, а процентность какая-то есть? Там накидываете вы процент же, наверное, да?
за сумму? То есть в конце какой я должна выплатить? То есть я просто выплачиваю, ну, смотрите, ровно берете... $100 без вот смотрите, процента? Нет, 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 вот, вы да. не поняли. Вы берете $100 да. под 10% на 3 недели. Через 3 недели вы должны вернуть $100. Угу. А в течение этих 3 недель вы должны заплатить по $10 за пользование кредитом, займом. Угу, угу. Все, я поняла. Хорошо. Вот. Как вам такие условия подходят? По 10% каждую неделю? То есть я такая... Да. Итого получается $30 сверху я переплачиваю? Да. Если беру 100. Мы же должны и получать прибыль. Да. Все верно. На этом банк и зарабатывает. То есть если вы... готовы взять на неделю, то вы заплатите всего 10%. Ну да, я поняла. А если на 2 недели, то уже 20 получится. Вот. Угу. Ну, можете вообще не возвращать, но платить придется каждую неделю. Ну, понятно. Но да. вернуть все-таки придется, сами понимаете. Ну, это тоже деньги банка. Я понимаю, я не из тех людей. Что ж, хорошо. Так, что еще? Ну и про чековую книжку, в принципе, я, наверное, подумаю попозже. Вот. Угу. Ну и если слишком там сумма большая, больше $200, то нужен какой-то залог. Угу. Даже если больше 100, то тоже желательно залог. Ну, вообще, если человек надежный, то можно это обсудить. Для меня $100 это сумма кредита небольшая, так скажем. Вот. Поэтому... Ну да, сумма, может быть, для вас небольшая, в любом случае она превосходная, я бы так сказал. Я... $100 это да, замечательная я... сумма. Я понимаю просто, что сумму $100 я буду вряд ли брать кредит, понимаете? Ну, возьмите, я буду брать вам больше. Поэтому... Да, кстати, о какой сумме речь? Я не знаю, тоже, наверное, где-то около 200, возможно. О, но я пока что вам не скажу точно. Великолепная сумма. Это лучше, чем 100. Понятное дело. В общем, я у вас уточнила, я вас услышала. Лошадь я вам пригоню тогда Брэдвейта. Мне в любом случае там еще нужно проверить лошадей. Да, и миссис Флетчер, да. Учитывая то, что мы с вами так хорошо договорились, вполне возможно, то, что у вас есть моя визитка, и то, что вы были клиентом до этого, хоть и не моего банка, но все равно вернули-то вы деньги сюда. Угу. Вот, я думаю... чтобы сделать небольшое вложение в наши будущие отношения как клиента и банка, я думаю, мы можем немножко еще уменьшить процент. В зависимости от того, насколько большая сумма и какой будет залог. Вот, это мне уже нравится. Хорошо. Потому что всегда, когда есть залог, сумма может, проценты могут быть немножко уменьшены. Я еще вспомнила, что я у вас хотела спросить. Очень актуальная вещь сейчас – это страхование имущества. Есть у вас что-то такое? Потому что воруют лошадей, а лошади стоят немало. Страхование лошадей – это, конечно, очень интересно. Но, как вы говорите, их воруют немало. Я не думаю, что на этом можно заработать мне как предпринимателю. Понимаете? В любом случае… Лошадь будет, скорее всего, украдена, раз вы так говорите, понимаете? И мне придется потерять свои деньги. Поэтому я заранее это предусмотрел и не занимаюсь страхованием. Ну, это очень актуально. И вы как банкир, и я уверена, что вы сможете что-то придумать. Поэтому, в принципе, вам пища для размышления. Может, у вас будет какая-то очень выгодная идея для обеих сторон. Ну... В моем чартере, конечно, не указано страхование, насколько я помню. Ну, вот, поэтому... Ну, вообще, можно было заключить какой-нибудь договор, там все указать. В принципе,
Это было бы, выглядело бы вполне себе легально. Поэтому я подумаю. Но лошади, которых хотят украсть, я думаю, это гиблое дело для моего кармана. Для моего бизнеса даже, я вот так сказал. Ну, а для моего бизнеса это, возможно, было бы как спасательный круг. А я не один человек, который имеет какой-то бизнес. Ладно, я подумаю над этим, но ничего не обещаю. Да. Сами понимаете, я должен получать прибыль, а не нести убытки от украденных лошадей. Да, я свой бизнес планировала ровно так же. Что ж, ладно, тогда мы с вами все обговорили, в принципе, все, что я хотела вас уточнить. Да, только кроме чековой книжки вашей. Я потом, как... Угу. Я к вам обращусь. Как только у вас будет крупная сумма. Да, руках, я планирую... Вы сразу чтобы... задумаетесь о чековой книжке. Я просто планирую сделать у вас, как вы говорите, бонд у вас есть. А, бонд? Но это еще нужно обсудить, потому что вы берете займ... И это пересекается вот не, поэтому не, я понемногу и думаю, с бондом. Я хочу понять, какие у меня сейчас будут траты и на что мне на первое ориентироваться. Поэтому я у вас уточнила все. Имейте в виду просто, что если у вас есть по проценты возьми по займу, что они не должны быть меньше процента по бонду. Потому что так будет каждый хитрец сделать. Взять займ под 5% и, взять, и вложить эти деньги тут же в депозит под названием бонд. И получать дивиденды в 2 раза больше. То есть получать прибыль от моих же денег. Понимаете? О, нет. Вы что? Поэтому сразу вас предупреждаю. Проценты по бонду будут не 10, а... другие. Я не планировала этого делать, поэтому вы можете... как бы, может быть, я в каком-то степени женщина хитрая, но я очень честный человек, поэтому... Да. Нисколько не сомневался, миссис Флотчер. Так, ладно, меня ждут, я тогда пойду. Спасибо вам за уделенное да-да. Время. Всего угу. хорошего. Так... Всего доброго. Да. Приходите еще, буду вас ждать с нетерпением, миссис Флетчер. Да, вот вы. Ага. А, дождик, давайте пойдем под Бакалеви. Я... боюсь за ваше здоровье. О, это последнее, за что надо беспокоиться, наверное. А, ладно, неважно. Вы уж извините, я подслушал ваш диалог с банкиром немножко. Расслышал, что вы повезете, получается, коня. Лошадь, да. Сюда, правильно? Ага. А, я могу, в принципе, вас сопроводить. Бесплатно, все же я законник или кто. Вот. А, и как раз таки по дороге я хотел бы обсудить, в принципе, как дождик закончится, но начнем сейчас, я думаю. Да, давайте. А, дело в том, что я бы хотел обновить себе коня. У меня американский рысак, он около Бакалей стоит. Ой, банку уже, да, перегнал его. А вот, на что-нибудь получше, помощнее, помолодее. Ему просто 5 лет, если уже не 6-й год. Он только в моих руках и был. Вот он еще Сен-Дени. Вот он был, на, как скажем так, вооружении полицейского департамента Сен-Дени. Вы хотите мне его продать и доплатить? Ну, а, да, все верно, на другую лошадку. Какую-нибудь, если у вас есть там голландская лошадка, было бы замечательно. Голландских лошадей у меня нет. У меня есть норфольский рысак, еще один жеребец, как вот этот, которым я езжу. А почем, если вот... Ну, он 130 стоит. Ваш хорошо, конь уже эксплуатирован, я думаю, я бы за него, ну... $60 взяла бы. $60. Итого я еще буду должен. Габриэль! Вот.
Да? Подойди сюда на минуточку. Ага. Да. Сейчас. Ты не спешишь? Нет. Ага, погоди, сейчас мы договорим. Вы же не против? Ладно, да, я подожду. Ой, я не против, да. $70, получается, я еще вам должен буду. Угу. Угу, угу. А получается, а какой расцветки хоть и вообще? Так молодой, вот такой нет? же, как мой. Молодой. Угу. Это сынишка его. Угу. Угу. Вот. Так. Хорошо, а еще какие-нибудь есть? О, этот у меня сейчас самый такой хороший, ну, так сказать, лучший рысака. Дальше у меня есть Морган и Теннессийская. Ну, меня это не интересует. Вот. Ну, а венгерскую сейчас я венгерского отдам банкиру. Угу. Вот, да. Угу. Я могу найти других лошадей. Но... Не в ближайшее время, да, я понимаю. Нет, есть. Смотрите. Сейчас я вспомню. У меня... Меня да. особо не интересуют мустанги, извините, перебью вас. Нет, вот мустанги мустанга мне нет. Не мне предлагали коба цыганского и шайерскую. Угу. И почем вот, если так вот, куба? Секундочку, я сейчас достану блокнот, посмотрю. Угу. Так. Ну, коб за 105. Он белый полностью. Красивый. $105 я вам должен буду, да? Нет, нет, он, ну, если без рысака, то он, да, выйдет 105. Угу. А с рысаком, соответственно, еще 45. Ну, отнимайте. Угу, угу. Если вот вы, получается, купите коба, то когда он уже будет готов, я могу с вами провести аферу? Я думаю, до завтра. А почему вы не хотите такого, как у меня, жеребца? Да я даже не знаю. Вы можете взять прокатиться на нем. Шайерская будет около 115 у меня. 115. Угу. А шайерская какая конкретно? Ну, прям черная вся или там... Черная. А там около подков, соответственно, на ногах там белые? Честно, я не помню. Честно. Вроде не как белые носочки у нее или черные. Угу. Угу. Я понял. Ну, в принципе, вы сейчас же на ранчо свой, правильно? Да. Я могу проехать с вами? Ну, конечно, да. Вот, было бы замечательно. Сопровожу вас как раз, угу. Не дай бог что. Ух. Так, секундочку, я пойду воды наберу. Где-то... Да, конечно. А куда же ушел Габриэль? Бляха, куда он уже опять ушел? Куда же он ушел? Блять, ну куда он ушел? Опять?
Здравствуйте. Добрый вечер. Не видели, да, куда он ушел? Я видел, что он пошел к почте. Габриэль, в почте? Ну, вроде как. Может, на колонку он ходил? Габриэль! Габриэль! Блять, ну, Грег, куда ты ушел? Ёперный насренькал. Ну, куда вот он пошел? Блин, надо его найти. В салоне, может быть. Я в салоне посмотрю. Я тебя ищу везде. О, прошу прощения. Прыгай. О, ладно. Ай, теперь шериф уехал. Да ну, сейчас опять приедем, будет темно. Что ж мне постоянно так везет лошадей выгонять из конюшни, когда уже ночь? А что такое? Да сейчас на ранчо отвезем коня. А, ладно. Куда он поехал? Вот шериф. Нет. Ай, где... А, вот, все, извините. Поехали. Поехали, а то темно сейчас будет. Угу. Здравствуйте! Ух. Сейчас дам тебе лошадь, доедем. Ага. В общем, Габриэль, ты, я надеюсь, на меня не будешь обижаться? Ну, помнишь, мы говорили за венгерскую лошадь? Ну да. Я ее сейчас продам. Да я не обижаюсь. Но потом, когда уже все это, мы тебе найдем шикарную лошадь. Хорошую, высокую, да, красивую. Хорошо, ладно. Договорились? Вот и отлично. Да. За сколько продаете ее? Венгерскую. Угу. За 80. О, ничего себе, дорого. Ну, твоя была на 5 долларов дешевле. Ну ладно, хотя бы вы больше прибыли. Ай, как тебе сказать? Потом скажу. Так. Ай. Фу-фу-фу-фу-фу. Ой. Вот молодой парень. Ему всего-то да ничего. Владельцев у него не было. Я про коня. А. Поэтому вот, такой. Знакомьтесь. Так, секундочку. Так, Габриэль, я тебе дам лошадь. О, это мои лошади, да. У вас лошадь убежала. Блять. О, господи. Да пойдет. Аккуратней. Да. Вот, может, все. Седло надеть какой-нибудь? Клички у него нет. А какую бы вы дали? Вот если бы вот так вот оставляли себе. Ох, да я не знаю даже. Я не даю каких-то шикарных кличек лошадям. Да у меня тоже фантазии нет. Бобер. Бобер? Нет, мне кажется, что... Не знаю, хорошая кличка.
Давайте, наверное, вот какое-нибудь такое пусть будет и... А, так, смотри, вот иди сюда, тут у меня жеребец стоит, сейчас возьмешь его. Ладно. Подожди, ну иди сюда. Ага. Вот. Все, сейчас мы его отгоним. Вот. Не, ну знаете, прям да, красавец, красавец. Весь в папу. Весь в папу и правда. И сколько вы говорите, $70 я должен буду вам вместе с рысаком? Угу. О, господи. А не жалко? В смысле? Нет. Коня? Ну, красавица, я же да. развожу людей лошадей специально-то. Людей, блядь! Ну, понятно, хлеб себе так зарабатываете, я понимаю. У меня хорош, один такой хорош. Есть, так сказать, основатель, первенец в нашем ранчо, и поэтому... Это что его уж? Отец? Ну, на котором я приехала, отец, да. Нет, первенец, или... Ну, нет, да, ну, да, мой муж купил кобылу и коня, они единственные у меня остались, это их... потомство. До этого потомство продано было. Угу. Да. Ну, знаете, в принципе. Ну, конь шикарный. Я готов. Его хотел купить француз какой-то в соломенной шляпе. А, Лавье. Да, месье. Да, но он куда-то пропал, и я думаю, ну, раз уж так. Ну, я помню, что он уезжал вообще из города, когда меня еще маршалы-то не задержали. А-а-а. Вот. Ладно, давайте тогда, ну что, пока что оставлю его здесь, а вы подумаете. Или как? Так я готов. А, да? Тогда да, перекидывайте только... седло, тогда давайте. Да. И сейчас. Габриэль, ты выводи коня. А, ладно. Аккуратнее, мистер. Нормально, он... нормально. Дикий. Да, иди да, еще. Да. Кони дикие, да. Блять, этот что-то не прячется. Пока, пока. Ага. Такой размер тебе нравится? Да, да. Отличный. Ну, найдем тебе такой еще. Ну. А поедем вот к этому, к Брейтвейтам, да? Угу. Ладно. А, кстати. Вот. Я вчера подработал. Вот, держите, я вам возвращаю долг. $12. 12? Ого. Ага. А, ладно, сейчас я тогда положу деньги. Не возить с собой столько. Хотя... Тихо, тихо, тихо.
Так, мисс Флетчер. Да. Угу. Я там снял, соответственно, да, угу. Седло. Так, мне подписывать что-нибудь надо? Да, в принципе, нет. Его зовут Кроу. Очень послушный, хороший, малый. Кроу? Угу. Кроу, да, Кроу. Вот. Соответственно, вот сейчас секунду пересчитаю. Так. $70 уже, да? Получается, да. Так, ну, да, 130 минус 60, 70, ну да. Все, вы главное в городе предупредите, что это ваша лошадь. Клеймо у нее на левой ноге сзади. Вот, сейчас я возьму с собой купчую и заполню вам ее в городе, хорошо? Хорошо, хорошо. Всё. Ну, я думаю, что мне даже объясняться ни перед кем не придется. Все же, я закон как-то. Ну, в любом случае, если, ну, мало ли, понимаете, да. Да, я понимаю. Очень похоже, времена. На самом деле. WhatsApp в общем, похоже. Да, перекидывайте тогда седло, и я сейчас приду. Да, хорошо. Ох. Пиздец. Ай-яй-яй. Фух, сейчас. Ой. Все, уехал твой мальчишка. Он мальчик взрослый уже. Да. Будет скакать, возить людей, как и ты. Мне предложили венгерскую лошадь. Тоже редкой масти. За сколько? Да не важно. Дорого. Но она вся красная. Прям, представляешь? Ничего себе. Наденем на тебя седло. Я еще раз проверю, закрыла я дверь или нет. Кровавая. Ты кушать не хочешь? Ты кушать не хочешь? Нет? Нет, нет. А, ладно. О, блядь. А быстренько слопать-то и нечего. Чёрт. Хотя, сейчас мы вот это и слопаем, тарелочку. Блять, купчи, да, купчи. Хорошо, что я зашла в дом.
Блять. Так, все. А, где мой чудик? А, все. Хорошая лошадь. У кого? Где? Едем? Мне кажется, мистеру Рейборну немножко надо прокашляться. Да, да. Вот. Как будто охрип. Нужно подождать его. Да. Чуть-чуть водички попить надо. Спасибо, миссис Флетчер, Ролан. Да, не за что. Так, Роу, только, пожалуйста, следите, а то он особо не любит, конечно, оставаться в одиночестве. И так много натерпелся, уже отвык от меня, поэтому... Да, маршалы, они люди такие, разрывают нас с питомцами и людьми близкими. Ну, неважно. Бывает все, как говорится. Ну что... Нет. Давай поскачем к Брейтвейтам, а там попьешь водички. Думаю, что мистер Рейборн согласен. Угу. Что ж, могу вас сопроводить? Да, до города, наверное, а там-то что, ехать? Ну, смотрите. Я взяла одну купчую всего лишь. Я потом поутру вам привезу купчую еще, хорошо? Я банкирую за. Да, без проблем. Без проблем. Все, клеймо, задняя левая нога с внутренней стороны у нее. Угу. Мой покойный муж не очень любил ставить клеймо где-то прям... На видном месте, знаете, не знаю, он... говорит, все ставят большое клеймо, где-нибудь обязательно, огромное. Это портит эстетический вид, да. Вид лошади. Но вы, да, знаете, в этом есть на самом деле что-то, например, как издалека можно заметить. Ну вот он вот так вот. Он не рассчитывал, что его лошадей будут воровать. Что ж, ладно, да, спасибо, ладно, спасибо большое. Всего хорошего. Надеюсь, конь вам понравится. Доброй ночи. Доброй ночи. Так, все, поехали. Опять я не в юбке. Хотя, черт, плевала я. Но все равно туда не едем. А какие-то... Чего? Да я говорю, что... Опять я не в презентабельном виде для данного места. А, ну, два
Так, давай в конюшню сразу. Здесь да, тут эти люди с оружием прям смущают. Да. Угу. Здесь привяжем. А, хотя ты туда загоняй лошадь, а я эту сейчас здесь привяжу. Стой, жди. Так. Все, давай мне лошадку и... Габриэль? Ага. Этот, вот, и я, ну и сейчас, наверное, попей из фляги, что ли. Ебать, трахты. Можно, можно. Что ты хочешь? Так. Здравствуйте. А, миссис Флетчер? Да, это я. Скажите, пожалуйста, а... Так, мистер Пи, он же у вас? Да, у нас. Вот, он говорил, что он сюда уедет и просил, чтобы я ему лошадь пригнала сразу сюда. Я ее пригнала. Могли бы вы ему передать? Да, конечно, передам. Я просто, ну... Не хотела заходить в дом. Там, если что, со мной этот Габриэль, он мне помог лошадь пригнать. Что ж, замечательно. Так, хорошо, я уведомлю об этом мистер Пи, это все. Ну, по сути, все, но я кобылу Здрасте. Хотела посмотреть вашу в порядке ли все с ней. Да, и все. Точно. Пойдемте, я тогда вытащу ее из стойла. Добрый день, добрый вечер, точнее, Габриэль. Здравствуйте. Все-таки вы с поздним визитом к нам. Ой, да, затянулось все, как обычно. Порой я бываю на расхват, поэтому... Знаете, не лучшую фразу, которую можно сказать по отношению к женщине. Ну, в хорошем смысле. Надеюсь. Естественно. Лошадиный день у меня сегодня. Тише, тише, Райли. Прошу. Привет, девочка. Привет, хорошая. Как ты себя чувствуешь? Можете оставить нас, мы с ней пообщаемся. Хорошо.
Тогда загоните в стойло, как закончите. Да, и... хорошо. Да, пожалуй. Да, по сути, нам просто мистер Пи, как бы я лошадь осмотрю и... Если все в порядке, поставлю ее обратно в загон. Вы хоть оставьте записку здесь вот на стене, воткните куда-нибудь, чтобы я знал, чтобы потом вас не искал, не спрашивал, как там кобыла. А, если что-то будет не так, я оставлю записку. А, в принципе, а если что-то будет, я обязательно, да, напишу. А если все в порядке, да. Но она выглядит хорошо. Ну, хорошо, ладно, тогда разбирайтесь. Угу. Да, хорошенькая. Как ты себя чувствуешь, девочка? Угу. Красивая. Да, хорошенькая лошадка. Молодая кобылка. Первое потомство будет. Мало ли, могут быть, конечно, какие-то казусы. Ну, будем надеяться, что не будет. Да. Да, тихо, тихо. Я тебя просто потрогаю. Посмотрю. Угу. Даже интересно, какую ты мазь приведешь на этот цвет. Чего? Говорю, любопытно, какую она мазь приведет на этот цвет. Да. Понятно. Ну, не знаю. Всё, попил водички, прям замечательно теперь тебя слышно. Ага. Сейчас дождемся мистера Пи, у меня чек выпишет и поедем. Хорошо. Я тебе не рассказывала, какие у них лошади здесь есть? Нет. Хочу поделиться с тобой маленькой приятной такой, приятным что ли, мини-достижением. Пока, оно, конечно, правда, пока еще не дошло до финала. Но в процессе мне дали зеленый свет. В общем, Брэдвейты выводят двух пород. Это андалузская и халтыкинская. Халтыкинская, она привезенная. Черт знает откуда. Они такие лошадки, так сказать, элитного класса. Вот. А мой муж, когда начал заниматься лошадьми, он все грезил завести каких-то эксклюзивных лошадей. Знаешь, ну такие мечты были из ряда, чтобы было о чем мечтать. То есть что-то из ряда недостижимого. Потому что, ну, связи у нас не было нигде, где можно найти какую-нибудь редкую породу. А вот, ну и когда он умер... Я в честь него, в его память, оставила его мечту, разделила с, ну, с собой, так сказать. Думаю, почему бы мне не осуществить его мечту? Вот. И тоже мечтала о такой лошади. Он мне показывал картинки, рассказывал про халтыкинцев, показывал картинки в газетах, в книгах, писали, вот.
А потом Брэдвейты взяли и сказали, что у них такая порода. Ничего себе. Угу. Это судьба. Они мне предложили помогать им с разведением лошадей. А вот. А я думаю, знаешь, зачем мне разводить лошадей для кого-то, когда у меня своих лошадей-то полно, да? Ну да. Да. Тем более они могли составлять мне конкуренцию. А вот. И как... Но если бы не ахалтыгинцы, я бы не согласилась. А так, вот они мне сказали. И первая мысль, какая у меня была, это как мне заполучить этих лошадей. А ну, да. Я, знаешь, не хотела делать что-то незаконное, да и... Даже если бы я хотела, как бы это я сделала, как бы я потом жила с этим. Ну, и мне пришлось договариваться. И чудом я договорилась. Ничего себе, теперь у вас будет такая порода? Да. Я... Поздравляю вас. Я думала купить у них пару, но они очень много денег за них просят. Вот. Потом я думаю, а что если я у них куплю кобылу? У них-то всего их две. Ну, лошади, конь и кобыла. Если я у них куплю кобылу, как они их будут разводить? Никак. У них останется только жеребец. А я смогу разводить. Ну, и я предложила им, что если я у них выкуплю кобылу и заплачу им за случку. А они согласились. Ну, как? Сын согласился. Он лошадьми занимается. Так что да. Это хорошо. Сейчас собираю деньги, чтобы ее купить. Ага. Слушайте, давайте я тогда пойду, а вы это, ну, или вам нужно сопровождение? Да нет, я думаю, наверное, тебя как-то отвезти, а то как ты пойдешь-то в темноту? Просто что-то как-то долго они идут. Ну ничего. Он ну просто, да, я бы хотел сейчас уже на станцию и лечь спать. Ну ладно. Аккуратно только. А, подожди, там идет? Нет. Вы тоже тогда аккуратней. Ладно. Хорошо, да мне что-то кажется, что они до утра будут идти. Ага. Угу. Ну ладно, тогда до встречи. Спасибо, ага. Что помог. Давай я тебе заплачу за это, подожди. Нет. Ну, это, считайте это? Все, это считайте все в долг, да. Счет долго. Габриэль! Да? Ты не хочешь жить у меня? Что? Жить у меня. У меня святой отец снимает комнату, а у него в комнате две кровати. А ты парень хороший, а мне не так страшно будет. У тебя же оружие это... есть? Ну. Будешь тоже снимать у меня комнату? У меня пока денег нет, извините. А он меня снимает комнату бесплатно. Ты тоже будешь у меня комнату бесплатно. Как-то у вас невыгодно вас снимать, вы даете. Я понимаю, просто... Так сказать, плата будет, это мое спокойствие, что я не одна. Ну, слушайте, вы про вас так говорят, что вы в штанах ходите. Да плевать мне, что они говорят. У вас будет мужчина жить, поэтому... И что? Я не хочу, чтобы она вас как-то сказала. Давайте я подумаю и вам скажу. Ну, спасибо за предложение. Ладно. Ну, если что, не переживай, что обо мне будут говорить. Ладно. Пока. До свидания. Что? Пить? Угу. Ну, попей. У тебя есть чай, вода? Угу. Где? Угу. Вот она, папа! Ну, папа! Эй, папа! Ну и чё это такое? Это бабочка. Она есть, это сладочка. Она не сладкая, мама. Она баба есть. Пока, папа. Спасибо. Спасибо. Пока. Не хочу с тобой.
Заткнись! Прекращай кричать. Боже мой, мисс Флетчер, это вы? Здравствуйте, да? Как вы? Как вы добрались ночью? Ну как, я как только темнеть начала, сюда приехала. О, мисс Флетчер, спасибо, я уже Грэг. Беспокоился, что наша охрана начнет палить по вам. Они не привыкли видеть людей. А, нет, мы объехали... Ночью. Доброй ночи, миссис Флетчер. Доброй ночи. Объехали. Ну вот, по дороге тут... Мы быстренько. То есть к дверям прям не, мы не подъезжали. Я к конюшне, и вот и... А, мисс Флетчер, вы, наверное, не знаете. Но наша земля начинается вот именно от аллеи, от того самого перекрестка. Вот эта ограда, это внутренняя ограда. Ну, я просто мистеру Пи пообещала, что я к вечеру пригоню лошадь. Так я же предупредил. Кого? Привет, ребятки, привет. Привет, привет. Ну, вашего сына? А, да. Черт возьми, то, что Сэмюэль очень удивился. В общем, мисс Флетчер... Это очень странно. Да, мисс Флетчер ночью, да еще и в такой... в такой темной одежде. Вам нужно быть поаккуратнее. И уж, по крайней мере, переговорить с окрадой. А в лучшем... Лучше, конечно, предупредить нас. Потому что они могут начать палить без разбора, увидев незнакомое лицо. Кстати, вы не устали, мисс Флетчер? О, нет, нет, я тут уже отдохнула на тюках. Господи, господи, мисс Флетчер, вы бы сказали, мы бы вам выделили гостевую комнату, что чтобы вы не отдохнули нужно? С дороги. Нет, я проверила кобылу, все ли с ней хорошо, она у вас все-таки первый раз жеребая ходит. Ну что ж. Что же, это да, очень, ломается. Очень замечательно. Тем не менее, начинается дождь, и я думаю, нужно проследовать под крышу. Да, я мистеру Пи коня пригнала. Замечательно, замечательно, мистер Пи. Теперь у вас есть конь, и вы не будете испытывать проблем. Да-да. С перемещением. Но тем не менее, начинается дождь, и нужно уйти под крышу, потому что, не дай бог, мы заболеем чахоткой. Да. И умрем. Давайте тогда, ну, в конюшню, что ли, я коня покажу мистеру Пи. Мистер Пи? Так, вот где-то мы его здесь оставим. Ага, вот он. Мистер Пи? Да-да. Подойдите, пожалуйста. Вот он, жеребец, красивый, молодой, хозяина не было. Клеймо на задней левой ноге изнутри. Скажите, пожалуйста, ваша кобылка хорошо кушала? Да, конечно. Ага, ладно. Ну, вроде как все в норме. Поведение спокойно, у него хорошее, стабильное, живот в норме. А имя у него есть? Нет, 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 имени нету. Надо будет придумать. Спокойно, спокойно. Я теперь твой новый хозяин. Какой красавчик. Бля, теперь ушко нужно. Белая грива. Белый хвост. Тоже это просто великолепно. Я слышал о таком. Это венгерская. А что же у нее с гривой, мисс Флетчер? В смысле? Я не знаю, такой необычный цвет. Она белая у нее с этим. Она, видимо, от холки темная слегка. Так. Понятно, понятно. Очень необычная лошадь. Поздравляем вас, мистер Пи, с удачным приобретением. Спасибо. Миссис Флетчер, да. А у вас нет ничего с собой, чтобы... Почистить? Покормил? А, нет. Покормить? Нет, не взяла. Так бы он сразу ко мне привык. Ой, давайте под дерево, там меньше дождя. Секундочку. Господа, прошу прощения, у вас не будет ручки? Кого? Ручки. Перьевой ручки.
перья в ручке. А вам нужно перо или карандаш? Да, только не карандаш. Всё. Да ну, Алис! Понимаю. У Элизабет. Ага, просто мне надо купчую составить для мистера Пи. Она в доме. Да. Пойдемте, босс. Нет, я не хочу, извините. Я думаю, мне не стоит заходить в дом. Ну, да, она будет немного шокирована. Да. Ну что? Ну что, давайте я просто сейчас, наверное, у мистера Пи спрошу, и он просто приедет. Спросите. Я ему на месте отдам тогда в город. Кстати, мистер Пи как-то писал. Чем-то, может быть, у него есть карандаш. Мистер Пи, у вас есть ручка? Нет, мне нужна прям ручка. Именно прям ручка, да. А не карандаш. Ручка. Да. Ну, в банке, есть. Да. Ну все, я вам тогда в городе купчую оформлю, и вы все равно же в город поедете, и я вам отдам. Угу. Все, а то у меня карандаш. Так, а вы там говорили, еще щетка у вас? А? Пойдете под крышу. Щетка? Да, секундочку. Так, мы сегодня неплохо так озолотились, блядь, на лошадях. Мальчик. Да, я уже, кажется, придумал ему имя. Я назову его Гектор. Ух ты. Такой мощный. Как, хотите сами его почистить? Или вам его да, нужно? Мне ставьте, давайте, щетку, я... Вот. Аккуратно отойдите. Угу. Ну, попробуйте, это я на будущее. Он любит. А, вы хотели приобрести щетку? Ну да. Так, ну щетка это будет $3 стоить. Да. Не вопрос. Итого получится 60 ровно. 60 ровно? А мы без 57 договорились, да, с вами? Ну да. Да, точно. Ужасная сумма, конечно, красивый $60. Вектор. Нужно... Гектор — это имя одного античного героя. Его, конечно, убили, но, надеюсь, мой Гектор будет жить в здравии очень долго. Да, я очень надеюсь. Венгерские лошади, в принципе, очень хорошие, спокойные. Так, ну что ж, мы тогда можем, наверное, уже отправиться. А, пойдем к... вы будете ехать? Зайдем к хозяину, да, и отправимся в банк. Что скажете? Да, хорошо, только я, конечно, подожду вас снаружи у арки. Да, я привяжу пока у главного входа, наверное. Такие спокойные, что бьют в лицо. Блядь, да, у меня бедные, кто не приходит, достаешь лошадь всех просто лошади. Фах! Какая хозяйка, такие кони. Чё вам говорить? Ой, мне столько лошадок хороших предлагают. У меня прям... Я прям всё. Завтра сгоняем, наверное. Как бы их так красиво... вообще перегнать лошадей этих. А деньги есть? Есть! Я говорю, я сегодня прям нормально так поднялась. Двух лошадей продала. Я продала свою, одну, от которой я имею чистую прибыль. Понимаешь? Ну, мне, правда, опять с обменом предложили. Типа, можно я вам продам своего и доплачу. Ну, там доплата тоже была в $70, поэтому... Так что, да, сейчас деньги сразу идут. Я просто хотела еще одну пару. Короче, блядь, я хочу закупить две породы. Две. Все.
и угомониться. Я хочу, вот, и если вдруг появится одна порода, да, конские, если появится одна порода, я буду пытаться ее выкупить. Я вот просто и думала, мне положить деньги на депозит или взять, блядь, кредит опять. Но пока что кредит отменяется, но и на депозит я хрен положу сейчас деньги. Да. Это да, ребята. Шо этот Габриэль никак не поселится, заколебал? Вы мне скажите, чё он ломается? Да. Алис, как ты сегодня громко орёшь целый день? Чё он ломается, этот Габриэль? Я уже что-то не понимаю его. Весь такой добрый, душенька прям. Нет, нет. Я, конечно, понимаю, что он не без греха. Все вот такие. Я поняла, да. Да? Да, слышишь меня? Ты просто великолепный. Кстати, миссис Флетчер. Да. А какова его родословная? Если она, конечно, есть. О, как вам сказать? Вообще, это был дикий конь, которого мне поймали. Интересно. Потом его объезжали. Да, поймали его, как я поняла, я даже не знаю, честно говоря, по-моему, где-то в штате Вест-Элизабет, вроде он называется, где Блэквотер, где-то в тех землях его поймали. Свободолюбивый жеребец из равнин Вест-Элизабет. Да. Об этом можно только мечтать кому-то, но не мне. Потому что у меня это чудо уже на Ютубе, на Ютубчике. Благодаря вам. Благодарю вам, вас. Кстати, да что вы, спасибо. Не только благодаря мне, еще, конечно, Ловчему, который мне в этом помог. Но да, я знала, что венгерская заденет чье-то сердечко. Если что, у меня, если появится кобыла, вы жеребца-то сохраните, я заплачу вам за случку. О, конечно, конечно. Я думаю, конечно, Бакер, всё. Буду только рад вам помочь. Да. Кобылок я, конечно, по большей степени оставляю. А жеребцов продаю. А сколько ему получается от роду? Слушайте, по зубам и так на скидку, по копытам, по всему остальному, по всем показателям, ну, где-то около 3 лет, как я поняла. Но да. Но Лоучий сказал, что этот конь достаточно был дружелюбным. Угу. Мне ловили другого жеребца. Да ну, Алис! Ловили мне рысака. Там сказали, прям целый спектакль был. Посмотрите, как он идет. Это идет рысью. Я прям даже практически не чувствую. Как будто по волнам, знаете? Очень хороший.
Вы его берегите. Обязательно. Я когда только увидел, сразу понял, это мой будущий друг. Вам прям повезло, что он у меня был. И он недавно появился, так сказать, относительно. Часто бывает, просят хороших, спокойных, высоких Кстати, лошадей. Да. Миссис Флетчер, вы тут подольше меня все-таки находитесь. Я так полагаю, вы здесь сколько? С рождения? Да, нет, вы что? Я на самом деле не так давно просто переехала сюда. В любом случае, есть один большой вопросец. Вы не знаете, кто заведует комнатами? Кто сдает комнаты в Роте? Слушайте, мне казалось... Я ходил по этим заведениям, но никого не нашел. Я где-то то ли слышала, то ли что, что заведует вроде как владелец салуна. Как же его? Кёрнерберг его вроде зовут. А, знаю эту фамилию. Вот спросите у него, что-то... Пообщаться. Ну, я его не видел почему-то ни разу. Он чаще вроде как в салуне бывает. У него есть заместитель. Вот его имя я не помню. Угу. Ладно. Надо будет навестить заместителя. Интересно, он реально так восхищается? Кстати, а как зовут вашу вот эту кобылку? Или это жеребец? А, это жеребец, да. Сегодня продала его сынишку. Он самый первый на нашей ферме, в нашей конюшне. Он первый норфольский рысак. Господи, фокстроттер. Вот. Потом еще и кобылку мы прикупили. Так что он у нас тут, так сказать, как говорите, его зовут? А, я его просто малыш называю. Без каких-либо таких. Честно сказать, у меня не такая шикарная фантазия на кличке, как у вас. Ну да, да. Обращайтесь, если что. Да, кстати. У меня даже кобыла, она у меня такая вся белая, светло-светло-серая. Я ее дымкой просто назвала, да и все. А, давайте проследуем, конечно. Давайте, хорошо. Я его оставлю сразу на попечение конюха. Единственное, что вам нужно будет позаботиться, чтобы его подковали. Потому что подковать всех лошадей не успели. О, да-да. Ну, я думаю, здесь на конюшне не составит это труда. Тут вроде как хорошо заботится о лошадях. Да, позабочусь об этом. Щетку купил, блядь, обокрали. Все, обворовали меня все. Мне, правда, за это заплатят, но... Шо это меня тут? Это вот оно, это самое. Надо было с наценочкой продавать. Алиса! Да господи! Какой-то день граммофона у нас сегодня здесь дома. Ну это ж вообще какой-то, блин... Этот... С наценочкой. Он мне долги списал в кредите. Все, он мне кредит закрыл. Так что... Так, ну все. Я оставил. Поэтому я ему очень скинула цену на лошадь эту. Так сказать, деловые... Кстати, эти... миссис Флетчер, да? Вы не думали... О боже, что это? Боже! Это всё... Это, наверное, барон какой-нибудь... Ой, надеюсь... Нет. Он не агрессивный. Барон, что ли, какой-то, или нет? Да что, он сам испугался.
Господи, это кошмар, ребята. Так как вот, у меня орут, что я... Извините, я ничего не могу сделать. Да. У меня ребенок сегодня просто... Вы, кстати, не думали, что... Ну, ваш вот этот стиль одежды, он немного смущает некоторых людей. Да, знаю. Ну, и что, вы ничего не предпринимаете по этому поводу? Доброго денечка. Добрый день. Нет. Ну, просто потому что в городе я бываю не так часто. А на седле я сижу очень и очень часто. Поэтому... Да, я понимаю. Просто ваша репутация... А вы знаете, я пытаюсь репутацию добиться не внешним видом. Ну, я... это, конечно, хорошо, но все, что вы достигаете чем-то другим, вашим внешним видом перечеркивается. Просто, как бы, ну, хочу дать вам совет обращать больше внимания на внешний вид. Ну, не поймите меня неправильно. Не переживайте, я одеваю чаще юбку, чем брюки. Просто когда я уверена в том, что я буду целый день ездить на лошадях, я одеваю брюки. Либо когда я дома. Мне так удобнее. Не будем больше об этом, не хочу больше вам ничего указывать. Сейчас я подойду. Так, надо снять ружье. Не, ну я была готова к этому, так что, в принципе, что? Все нормально. Я знала, что будет осуждение. Да и пусть будет, а что, блядь, будут... пусть бросают сплетни, и что? Все. Да, целый город Смитти, да. Зато я уверена, Грег счастлив. Грег по-любому счастлив. Конец, все бабы ходят в юбках. Никто еще, да, не подарил платье. Все, до свидания. Возьмете ее замуж, все это, тогда окей. А то что это мне они тут говорят? Начните ухаживать, чтобы я почувствовала себя дамой, леди. А потом, это, да. Ради кого мне здесь платье носить? А? Ради кого? Никого, я ничего не знаю. Все, никого нет. Где мой Дон Жуан? Он даже Габриэль отказался. От Милфы. Алис! Бля, ребята, я скоро свихнусь. Так, я полагаю, нам нужна будет бумага? Или у вас уже все готово? Нет, у меня бланк готов, мне просто надо его заполнить. А, ручка, да. Ручка, да. Ну и... Кто-то получил по роже, походу. Да, кстати, а почему именно перьевая ручка вам нужна, а не карандаш? Карандаш можно стереть.
Понятно. Вот, пожалуйста. Ага, все. Сейчас заполню. А. Так, погнали. Введите текст и укажите кличку лошади. Укажите породу животного. Венгерская масть. Так, как она там у нас правильно называется, эта масть? Венгерская, бургундская, вот, игреневая. Укажите возраст животного. Давайте, сколько я сказала? Три? Я, по-моему, сказала, что 3 года. Укажите информацию о клейме. Конюшня. Эх, жаль, конечно, что моего коня так до сих пор не доставили. Пожалуй, придется оставить его в конюшне, где он и сейчас. Его зовут Анхель. Покажите полное имя владельца. А еще один у меня есть. Да, еще один у меня есть. Самый мой любимый сейчас в Нью-Йорке. Его зовут Ахилл. Нахера себе, блядь. У вас прям имена каких-то богов. Вот тут нужно будет указать кличку и имя владельца. Это уже вы сами заполните. Ну и... Так, ну давайте посмотрим. Подождите секунду. Угу. Так. Документ. Угу. Неплохо, неплохо. Неплохо выглядит, неплохо составлен. Порода венгерская, масть игреневая. Это так называется ее цвет? Его. Это масть. Да, ну, цвет. Правильно говорить, масть. Угу. Так, владелец. Сюда я пишу свое имя. Свое имя, да. И клеймо. Клеймо там кличка... я уже указала, да. Все, от вас просто спешу. Кличка и свое имя. Имя владельца, получается. Разве он ее зарезал? Что-то мне казалось, что он ее пристрелил или... А, да, он ее зарезал. Так, готово. Угу. Хотите взглянуть? Да что мне, это же ваше... Ну, мало ли. Это для вас страховка. Надо посмотреть. Хорошо. Так, вот ваши $60 за коня и щетку. Угу. Давайте, хотя, вы мне чеком выпишите или наличным хотите дать? Как вам удобней. А давайте чеком пока что. Да. Так, секунду. Угу. Ну да, да, да.
Так, Элис Флетчер, я правильно да. помню? Так, секунду. Ты хороший вопрос задал. Насколько я помню, Аладдин делал хорошие чеки, даже с каким-то шифром. Вот. Что, типа, можно было себя обезопасить, чтобы, типа, кто-то левый не обнулил, там, или что-то такое. Так, готово. Готово. Вот, пожалуйста, ваш чек. Так. А что это за цифра? Это номер моего счета личного. Ага. Ладно. Что ж, все. Скорее всего, скоро к вам с ним приду. Что ж, все, всего хорошего. Я пойду дальше. Тут дело у меня по горло, честно говоря. Храните чек в надежном месте и не запачкайте. Да. Я же так понимаю, что без меня никто его не сможет обналичить. Ну, если только кто-то будет выглядеть как вы и придет с этим чеком. И понимаю. Будет такой же, как у вас голос. И прекрасная внешность. Вы мне льстите. Спасибо большое. Я всегда льщу своим клиентам. Что ж, всего хорошего, до свидания. Всего доброго, миссис Флетчер. Удачи. Да, вам тоже. Он же хитрый капец. Хитрый. Тебе надо, блядь, ехать в Сен-Денис за щеткой. Как вы? О, господи, здравствуйте. Здравствуйте. Только с вашей фермы смотрел, вас нет. А, да, да вы знаете, ваш, как его, Джон или Джонни, он говорил, что какие-то костры возле моей фермы жгли. Вот. Разве? Да, потом я отправила туда помощника шерифа. Они проверили, говорят, что вроде как там жгли то ли охотники какие-то, то ли что. Но сказали, что очень странно, потому что костер был из поленьев, а не из веток. Говорит, и видимо, вы думаете, кто-то у вас говорит, сделал кто-то да. поленье? Да. Интересно. Ну, может, вам наколем новые поленья, если хотите. Да плевать на эти поленья, я просто к тому, что... Воришка поленьев завелся. Ну, это не самое худшее, что может это быть, это не самое худшее, да. Ну, просто это уже, знаете, у меня скоро будет истерический смех. Нет дня без событий. Ну, да. Не, ну, кто знает, может быть, он и не у вас украл, может быть, он здесь где-то нашел поленья и дошел до вашего дома. Угу. Да люди разные бывают. Ну, да. Да. А так все нормально, да? Да, да, все более-менее в порядке. Вы этого банкира не видели? А вон он в банке сейчас. О, ну хорошо, мне надо наведаться к нему. Угу. По поводу вашего коня, я этим занимаюсь, я документы... У него так много сидельных сумок, я просто документы там ищу, никак не могу найти.
Так он будет, он у нас вы стоит. Вы про Моргана? Все нормально. Да, да, да. Ага, хорошо. Да, увидимся еще с вами. Да, да, всего хорошего. Давайте, да. Ага! Ага! Та-да-да-да! Та-да-да-да! Та-да-дам, 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 там, 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 ты-да-да-ду. Где твой хозяин? А, малыш, где твой хозяин? Он мне очень нужен. Да? Какой-то большой носатый. О, здравствуйте. Ого, какой у вас носатый конь. Это не мой, нет. Это не мой, но мне нужен его чей хозяин. А, забыла, как его зовут, товарища этого. Вот. А, почему все постоянно привязывают кони возле моей аптеки? Ну это ладно. Видимо, притягательное место у вас тут. Как пациенты ваши дела? Так притягались. Как мальчик? Уже... Рон. Ой, да. Мальчик выздоравливает, дела ужасные. Здравствуйте. Сейчас коня привяжу. Сейчас я слезу, мама. Да, они красивые, они очень прикольные. Но такой мне не нравится масть. Мне нравится черный у него, красивый, а белый. Как? Да, в порядке. Ну ладно. Какой хоть пришли-то на скачках? Третий. Угу. Блин, я должен был прийти третьим, но жалко, у меня... Да к черту эти места. Главное, да, что ты... Пума обняла. Надеюсь, Пума понесла наказание. Живой, слава богу. Да, да. Да, это главное. Ох, я все больше начинаю понимать вас. Сейчас они начнут на меня давить, блядь. Плане. Да вот да. Не так давно стало известно, что какие-то странные люди, все в черном. Кто-то пытался дверь выломать, кто-то в окна заглядывает, кто-то постоянно ходит. К вам, что ли, в дом? Да. Я думаю, то, что это просто пациенты нас искали и к нам стучались, а мама. Обычно, когда они стучатся, они кричат: «Мисс Нэш, нужен врач, пожалуйста». Да а не тут надо, непонятно не кто, все. Непонятно где. Да не надо, не ладно, все. Ладно, понятно где, но непонятно кто. Мистер Моксли к нам, например, нам не орал. Этот пастор к нам тоже стучался, он не орал. Кошмар какой-то. Вы хотя бы здесь недалеко находитесь, слушайте, вам ближе. Если вдруг что-то пойдет, какая-то пальба, об этом услышат. Да мы уже о переезде думаем, если честно. Да. Мне-то хотя бы соседи есть, на том хорошо. Как вы там, я вообще не представляю. А вам Бритвейты не предлагали переехать? Они нас так постоянно зовут в гости. Слушай, хорошая мысль. Может, правда, переедем к Брейтвейтам? Там я не думаю, что они будут рады. Ну, как, точнее, они будут рады нам, но как гостям, а не как с этим сожителям. Да почему? Ну ладно. Не, ну мы можем им это, знаешь, как-то Рон, не надо вот это вот навязываться. Я знаю твое желание побыть там побольше и почему. Ну не нужно. Спасибо за фоллоу. Это не важно уже. Здорово, правда? Да. Ну что ж, я думаю, вам не стоит нервничать. Все-таки вы здесь не так далеко, поэтому все будет в порядке, я уверена. Надеюсь. У вас там хоть как все спокойно, то. Да как тебе то, сказать? Кто-то, если не лошадей, так поленья воруют. Это уже. У меня скоро истерический смех будет от этого всего, знаете. У нас такая же история, только с травами. Нас травы вон тоже крадут, ходят.
Отлично. Травы осторожно высажены прямо возле дома, в аккуратненьком квадратике. Ой, ну это, наверное, дикие, мы тут у вас сорвали, вы не против, мы вот вам еще принесем, заплатите. Конечно, заплачу. Угу. Понятно. Ладно, извините, я поищу владельца коня. Да, да. У меня к нему разговор был. Угу. Что ж, аккуратнее, берегите себя. Да, вы тоже. Да. Ладно. Так, и где он? Знаешь, что я... Все, обо мне уже ходят слухи. Слышали? Ходят слухи, что владелица молочной фермы рассказывает непотребные вещи и отрекается от закона Божьего, называя себя мужчиной. Особо впечатлительные жители города предлагают напомнить, кто она и где ее место. Видали, блядь, что пишут? Да мне уже и так напоминает, где мое место, блядь, на ферме. Мне постоянно туда что-то происходит, чтобы я туда, видимо, вернулась. Покайся, да. Посудачить надо же, да. Не, пусть, да блин, я вот сейчас, я даже вообще, ну, не расстраиваюсь. Серьезно. Нормально. Я даже вот сегодня мы с матчдогом постояли, дискуссия, блядь, 20 или сколько минут была. Я прям даже побалдела немножечко. Так вот, не душа друг друга, а вот так, а это, да тот. Чисто пообсуждали. Я не планировала сегодня вообще по городу особо ходить, честно говоря. Но это я сейчас заехала, чтобы... Это... Так я одеваю иногда юбку. Когда в Брэквей там еду в гости, тоже одеваю юбку, хожу. Не всегда в брюках хожу. Он в церкви находится. Так и будет. Так и будет. Придут ко мне на землю, будут дебоширить, я их постреляю. А что? Вернее, я вот сейчас одену ружье и поеду отсюда. Так и будет. Простите, не слышу. А, да. Ой. У вас... Я побоялся, что у вас сейчас лошадь лягнет. И вы сейчас свободны? Буквально 2 минуты. Ну, давайте. Хотел задать пару вопросов. Скажите, пожалуйста, где вы находились вчера утром? Ну, где-то утреннее время, на рассвете. Смотря когда, что ли. Честно, ну, как сказать. У вас во сколько солнце восходит? Ну, я встаю где-то часов 8. Вообще по-разному. Могу в 5 встать, могу в 9. Вчера вроде я рано проснулась. Ну, приблизительно в 6, да? Вы уже были на ногах. Ну, допустим, что вы хотите? Что вы хотите? Говорите конкретнее, я так, может... Вчера недалеко от вашей фермы в лесу напали на человека. Избили. Господи. Может быть, знаете, его зовут Джей Джей. Не слышали? Честно, у меня очень плохая память на имена. Ну, это, в общем, работает бармен в салоне. А-а-а! Да. Да. Да, знаю такого. А что же он там делал в лесу-то? Ну, он сказал, что ходил на охоту. Его выследили несколько человек. Он сказал, от 6 до 10 человек он не сосчитал, естественно. Ого! Тогда было не до этого. Они были на лошадях и, ну, знаете, в странной пестрой одежде, как вроде клоуна. Ну, о, господи. Не клоуны на самом деле. Ну, просто одеты глупо. Поколотили его, но при этом ничего не взяли. А один из них сказал, что, мол, не будешь переходить нам дорогу.
Вот я и подумал, может быть, вы знаете что-то об этом? Ну, может быть, вы видели, я имею в виду этот табун лошадей, что были не явно не на одной лошади. Вооруженные, карабины, дробовики, револьверы. Слушайте, да у меня таких чуть ли не каждый день проезжает, и у меня вопрос, какого черта они там проезжают? Что? Это что хороший такое? Вопрос. Спасибо, я бы сам хотел знать на него ответ. Но вы не видели с утра этих людей, этот табун, скажем так. Ну, я слышала о том, что произошел этот инцидент. Но я даже, кстати, не знала, что он произошел возле моего дома. Он произошел практически возле вашего дома, в лесочке, где, ну, как в сторону города идти, вот от вашей фирмы, если повернуть, сразу в лесок, вот там. Там еще, где вот, может, вы знаете, чуть там пройти, там еще в низине лужица. Ну, я поняла, ну, я поняла. Вот там прямо и поколотили. Что ж, главное, что он жив. Да, ну просто сейчас я пытаюсь узнать хоть какую-то информацию об этом. Думаю, что может быть. Я об этом ничего не знаю, кроме того, что знаете вы, оказывается. Даже меньше. Я просто слышала, что избили человека. Понятно. Как ваши дела с охраной, как ваша фирма? Так себе. Непонятно. И то, и другое? Угу. Пока непонятно. Вроде как приглядывают, люди... но толку. А у вас как, работа по ночам? Или как? Когда у вас люди должны следить за фермой? Или постоянно, круглосуточно? Да кто за ней будет следить круглосуточно? Никто не высидит там столько времени. Ну, мало ли, просто интересно узнать. Или человек именно ночью приезжает к вам? Понятно. Понятно. Угу. Спасибо большое, что ответили на мой вопрос. Да, извините, что спасибо за вам тоже. Да, не за что. Если я еще сделал что-то полезное. Давайте, блядь, знаете, что сделаем? Поедем в Сен-Дени и купим какой-нибудь шикарный наряд. Прям шикарный. Чтобы они, блядь, все, сука, заглотнулись здесь. Типа, о, ничего себе. Я скажу, да, а я могу себе позволить, блин. Вообще, я могу себе позволить. Ну, конечно, такие нелогичные траты. Это точно помощник шерифа? Ну, он да, он типа официально помощник шерифа. Опять пошли слухи о миссис Флетчер, значит, читаю слухи. Прошел название слуха о особенная блудница. Блять, как же они нарвутся, если кто-то преследует этому слуху. В городе пошел слух, что девушка в штанах готова отдаться каждому, кто будет принимать ее пылкий нрав к мужчинам с большим кошельком, даже если он черный. Ой, как легко это опровергнуть, когда с большим кошельком некий мистер предлагает поехать к нему жить со всем моим нажитым здесь. А она ж не едет. Ох. Какая? Видимо, недостаточно большой кошелек. Осуждаешь? А, ой, да, осуждаю. Да, я осуждаю. Я про черный цвет волос. Про брюнетов, короче, я говорю. Я про брюнетов говорю, блядь. Да заебало эта срань, честно. Вот, блядь, извините, это заебало. Я не говорю от этого запрещенного слова на букву НЫ. Идите нахер, вот что я хочу сказать. Бред, блядь, уже с этим. Да, надо стримить в ВК. Да на Ютубе можно вроде как, там же за это нифига не этот. А объясните, какого черта я сюда приехала?
Ронни переживает, что они там такие слухи пускают. Блять, пусть почитает, что обо мне пускает. Вот что меня пугает, ребята. Вот. И здесь 60. 171 плюс 60 сколько будет? Правильно. 231. 231 доллар у меня есть. Что мне... Спящая... Не, он же уехал. Значит, я хотела закупить 160 и... Да Грек уже, Амидай уже уехал от Селя. А, что делать, что делать? Все уже, 23:30, все, я буду спать, ребята. Давайте, наверное, тогда пойду я отдыхать, вести молоко. Да что-то как-то я не очень хочу, если честно, вести молоко. Я как-то немножечко утомилась. Бля, я захожу каждый раз, у меня каждый раз здесь какие-то... Блядь, я реально на расхват. Я же, ребята, я же просто, понимаете, я настолько... Я вам объясню. Я настолько бунтарь. Я настолько дурной бунтарь, я вам серьезно говорю, что вот... Ага, понятно, блядь. Угу, класс. Я, короче, настолько бунтарь, что я даже... Я была такая всю жизнь в школе, блядь, и в училище. Я всегда не любила быть такими, как все. И у меня, знаете, не было такой херни, типа... Мне надо всем понравиться. Типа, нет, блин, ну, так я буду прямая и буду говорить, и нравится, не нравится, спи, моя красавица, как сказал один ВВ. Вот. Просто вот так. Ну, вот не могу. И вот я к чему это говорю? Сейчас, ребята, почитаю чай. Я к чему это говорю? Я говорю это к тому, что... Угу, да. К тому, что не могу я, вот, блядь, все девчонки, кто у нас, да, вот сейчас пришли, вот, все девчонки, кто сейчас на сервере играет, они все смирно отыгрывают леди. А я не могу, блядь. Мне так тошно от этих ледей. Я вот серьезно, я не могу. Мне очень тошно от вот этих всех ледей. Леди вот эти все. Я понимаю, да. Но я не могу, ребят, аж воротит. Не могу. Рон, та еще леди, да. А, вот. Не, ну, слушай, Рен, тут понятно. Я просто к тому, что... Ну, вот реально, аж тошно. И типа отыгрывать такую милую... Здравствуйте, да. Не могу. Мне от этого тошно. Я это не люблю. Я могу...
вот честно, если бы, да, если бы мы взяли поместье и отыгрывали бы ту семью Голдберри, да, вот, которая та же Бет была бы, я бы ее одевала в платье, но, опять же, она бы у меня была бы все той же стервой, она бы говорила, как хотела, и она бы сказала, что мне срать на твое мнение, сопляк, блядь, пошел нахер отсюда, пока тебе голову не снесла. Вот, типа, так вот. Здесь немножечко, я не могу так говорить, это немножечко другой персонаж. Но и, блядь, ну, у нее вот вся такая постановка какая-то, какая нахер юбка, блядь, здесь может быть? Она здесь одна, и ни мужика, ни хера, блядь, ей надо, вот все, ну вот реально тут, извините, ну что, нет, не обоснованно? Постоянно в седле, постоянно, блядь, все делает одна, и как пошли нахер со своей юбкой. И что хотят, пусть и говорят вообще о ней, мне пофиг, блин. Все, придет кто-то, скажет, месяц вечер, у вас юбка, я скажу, на, блядь, пошел отсюда. О, миссис Флетчер, она пошлая, она дает, я скажу, давай, ложись, раздевайся, покажи, блядь, своего червячка, покажи нахер. Миссис Флетчер ходит в штанах, это значит, что она всем дает? Конечно, да, я специально надела штаны, чтобы твой стрючок быстрее добрался до моей, блядь, до моего цветочка. Захвля! Ну, ко мне нет. Если будут затирать, я всем в РП, по-моему, очень дала понять, что у меня все обосновано по РП, что она одевает брюки. Почему она так ходит? Да, я это всем объясняю. И благо ситуации в РП реально сподвигнули. Я очень рада, что происходить начали ситуации в РП, которые меня просто сподвигли на то, чтобы я реально одевала... Дверь закрой. Чтобы я одевала штаны. Ну, просто, типа, сейчас буду, да, вот эти все слухи обо мне пускать, и говорить всякие гадости. Я просто к чему? Я к тому, что... я просто даже рассказываю, что вот даже девчонки, вот они заходят, они играют, они отыгрывают как надо, вот, типа, леди, женщин. А я не могу. Я не могу, мне не нравится. Мне не нравится, мне дурно, мне тошно. Не могу. Не хочу. Я пыталась один раз отыграть всю такую невинную леди. Нет. Не могу. Поэтому, в принципе, он... Грег одобрил, он сказал, все обосновано. Отлично тогда. Тогда отлично. Все. Грег одобрил, значит, зашибись. Вот, а я просто вот не могу всю такую прям ледю отыгрывать, вот не смогла бы, серьезно, как-то так, мне не нравится такое. Все, так, что вы здесь писали? Я вот, кстати, тоже, да, Экзорка за это, не знаю, говорят, не говорят, вроде как на N запрещено, но... Я уже просто, мы уже кричим, осуждаем на все, что только можно, потому что черт его поймет вообще, что, кого, чего. Так, так. Второе. Амидай, он остался ночевать один раз, он уже уехал. Бать, ты бедный чел, такой печальный, что типа бедненький молоко возишь, работаешь, конечно, блин. Ты получаешь чуть ли не половину, блин, 40% с этого, еще и жалуется, слышишь? Тебе пожертвований никто не делает, да? Так. Времена такие, ну я понимаю, что времена такие, но вот просто, знаете, типа, я вот очень хочу ловить кайф от РП, я просто, то, что я не смогу отыграть, я понимаю, что мне это будет тошно, я очень быстро выгорю и пойду на какого-нибудь, наверное, бандитку. Так.
Ну да, когда кругом дерзкие пацанки, я согласна, тоже не круто, но заметь, типа у меня сейчас реально мой персонаж единственный, да, вот такой вот выделяется среди женщин, поэтому почему бы и нет? Ну а что, все прям такие хорошие должны быть, да? Ну, будет какая-то вульгарная. Так вот, да, что через юбку реально удобнее. Я это всем объясняла. И когда говорят, что идет в штанах, значит, она шлюха, это нелогично, потому что шлюхи как раз-таки ходят в юбках. А если бы она делала открытую блузу на плечики, вот, вот это вот, вот это уже было бы немножечко шлюшевато, да. За экзорочка сделаю сейчас сразу. Так, ну все. И все. Сегодня Медаю уже предъявил за то, что хлопок кто-то возил, да, чиллаут. Вот. Хотя, может, не только, не знаю, может, кто-то еще тоже навозил хлопок, цену сбил. В общем, просто пока уважают, потому что не грамят. Это ты за кого? А, типа этот. Но он страшненький, реально, блядь. Ты глянь на него. Ты видела его персонажа? Он же, его реально страшно грабануть. Он на проповеди полсервера выкинул. Ты прикинь, что с ним, что будет, если его, грабанут, блядь. Это жесть будет. Так что, да. Все, ладно, ребят. Давайте, короче, до завтра. Спокойной ночи. Вот. Половину дел сделала. Завтра буду решать, куда деньги эти потратить, потому что держать их при себе пока что опасно. Так что надо думать, в принципе, либо мы купим лошадь, которая у нас, так сказать, в мечтах была, это халтыкинская, мы ее купим за деньги и не будем мучить себе голову с этими кладрубскими, хотя я все-таки позаморочилась бы, наверное, с кладрубскими. Вот. Либо мы поедем аж туда за Blackwater, на ранчо Макфарлейн за двумя лошадьми. Купим сразу кобылу и коня норфольских рысаков. Будем еще одну породу разводить. В общем, короче, я не знаю. А может быть... Не, мне не хватит на двоих, на троих. Бля, три лошади, пизда. Все, дальше надо на сено работать. Все, ребят, целую. Всем спасибо, что были со мной. Грегу опять спасибо за рейд. Все, ребятки, давайте, до завтра. Спокойной ночки. Пока-пока.